ничем работу блогера, ну, в смысле, там, создание контента блогера, от создания контента журналистам не отличается. Ну, мне интересно, мне хочется, чтобы меня читало еще больше людей впредь, хочется оставаться для них интересным, быть в тренде. Ну да, может быть, я что-то делаю не так, может быть, что-то надо делать лучше, вот в таком плане. Здесь нет никакой привязки к формальной журналистике. Это о том, как мы рассказываем историю. Принцип перевернутой пирамиды. Если вы хотите, чтобы вас услышали, самое первое – это должно быть самое эмоциональное. Идея, формат позволяет вам выделиться на фоне всех остальных не просто по теме, но еще и по подаче. А можно я у вас бутылкой воды кину? Не хватает именно навыка выстраивания историй, про которые Оксана рассказывала сейчас. В этом плане было очень полезно. Приду и расскажу, что рассказала Оксана, и скажу, делайте так, ну не знаю. Из мессианских вещей я обычно говорю, когда я делаю какой-нибудь проект, ну там, сама как продюсер, я задаю себе вопрос, он пойдет на пользу моему ребенку? И тому информационному полю, которое на него влияет, оно как-нибудь изменит это поле с бесконечного срача в хоть что-нибудь обсуждение позитивного? Если изменит, я буду этим проектом заниматься.